Привет, друзья! В эфире снова Newsbox, с вами Рома Миров. И Russian Music Box начинает знакомить вас с новой порцией новостей. Оставайтесь с нами, чтобы не пропустить все самое важное и интересное. Какому популярному российскому исполнителю приехала в гости Софи Элис Бэкстер? Кто спасет всех нас от повседневных проблем? Самое интересное об этом и не только узнаете через несколько секунд в новом выпуске Newsbox. Считается, что Москва – это одна из мировых столиц ночной жизни. Но для того, чтобы этот титул держался на высоте, владельцы клубов трудятся и днем, и ночью. И вот певец Иракли презентовал миру свое заведение «Эндис», на открытие которого он пригласил популярную британскую исполнительницу. Кого именно, узнаете в нашем следующем сюжете. На открытие своего второго проекта «Эндис Ристобар» певец Иракли решил не мелочиться. На это торжественное мероприятие он пригласил давнюю любимицу Софи Элис Бэкстер. Софи Элис Бэкстер. Она, во-первых, мегаизвестная, мы понимаем. Красавица, девушка, которая никогда в России, в Москве не была диджей-сетом. Вот это я решил нарушить эту традицию и привести ее и в наше заведение. Я думаю, что очень достойное начало. Эта британская певица стала хорошо известна миру по своему треку «Heartbreaker – Make Me a Dancer». Правда, в этот раз петь ей особо не пришлось. Красотка заняла свое почетное место за диджейским пультом, где она вдоволь натанцевалась. У нас будут вечеринки пятница, суббота, скорее всего, на буднях дня мы будем привозить каких-нибудь фотографов, скульпторов, художников со всех стран мира. Сейчас открываем летнюю веранду буквально через полтора месяца. И, собственно говоря, welcome, ждем, любим, целуем. Организаторы рассказали о том, что уже примерно знают, кого именно пригласят выступить в следующий раз. Но пока это держится в секрете. Хотя, судя по всему, народ еще не скоро придет в себя после выступления Элис. Куда бегут люди от забот и тревог? Где же то самое место? Безусловно, для многих это клуб. Наш корреспондент Виктория Гончарова на днях побывала в одном из самых топовых заведений Space Moscow и попала на вечеринку, объединяющую всех и вся. Виктория убедилась в том, что клаберов точно ничем не сломить. Подробности прямо сейчас. Экономический кризис, политические проблемы, все это, откровенно говоря, надоело нам, городским обывателям. Но диджей Саша Дин знает средства от всего этого. Типичная московская клубная вечеринка. Отличается она от остальных разве что диджеем, привезенным клубом Space Moscow аж из самой Германии. Саша Дид в столице играет часто, так что угодить избирательной публике парню труда не составляет. Саня, ты крут! Музыка объединяет! Кстати, именно под таким девизом и прошла вечеринка в Спейсе. Музыка и впрямь объединяет всех и вся, особенно если она качественная. Ну а как раз этим славится диджей Саша Дид и площадка, которую он раскачал в минувшие выходные. Space Forever! Благодаря кому? У каждого из нас есть возможность смотреть любимые фильмы и сериалы на наших гаджетах. Какой рэпер утюжит футболки всей своей команде? Как молодым дизайнерам попасть на страницы глянцевого журнала? Об этом смотрите завтра в 19:00 на Russian Music Box. Нам пришла пора прощаться. Не забывайте заходить в наши официальные группы ВКонтакте и в Фейсбуке, а также пролистывать Инстаграм телеканала Russian Music Box. Там всегда найдется, что залайкать и откомментировать. А с вами был Роман Миров. Улыбайтесь чаще, а мы вам покажем лучшее из нового.